У меня только одна раковина, больше у меня ничего нет. Всеводные процедуры в одной раковине. У бабушки Лидии на старости лет один вопрос. Где помыться? Единственная в Тетюшах баня закрыта. Негде мыться. И в всем доме у нас тут такая. Ни у кого у нас в доме нет. Одна единственная, больше нет нигде бани у нас в городе. Горячим банный вопрос оказался еще как минимум для 36 жителей Тетюш. Именно столько подписей собрали в обращении к главе района. Просьба одна – снова пустить пар. Писали в газете неоднократно, в Чистополе в шеи разводят. Тетюшек тоже в шеи будем разводить, значит. Вывеска о том, что не работают, двери также закрыты. Последний раз в этой бане мылись 6 и 7 апреля, чтобы она снова заработала. Руководство, директору бани и администрации города придется найти общий язык. Мне только на обогрев, сам прогрев бани, прогрев горячей воды, надо было наличные 8 тысяч. Ни капли прибыли, говорит владелец бани. У Николая Сафонова городская парная в собственности с 2006 года, но горячим от прибыли его кошелек так и не стал. Только вот что зарплату, ну и то она уже, сколько бы, больше, наверное, 40 лет в эксплуатации. Конечно, естественно, ремонт требовался каждый месяц. Не помогли даже бюджетные дотации. Сегодня жители пошли к главе. Без веника попарились. В итоге руководство района пообещало временно открыть старую баню, а затем построить новую. Надеемся, новая баня будет в этом составе. А пока постараемся, чтобы эти услуги наше население получали, мы примем все меры. Новую баню пообещали протопить через полгода. Строительство должно быть максимально быстрым. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Тетюши.